тут мы немножко расскажем о древней науке, о аэромантии. Ну, это как бы наука или нет, это кто как воспримет. Однако это гадание по воздуху, то есть по облакам. Знаете ли вы, что по облакам можно гадать на любые темы? Личные, общественные или там какие-нибудь контакты с умершими. И не так это уж и сложно, однако самое сложное – это настроиться на нужную тебе тему. Если ты настроен, на небе тебе дадут ответ. Ответ может быть дан в любой момент, в любое время. Достаточно при определенном настроении 3 раза прокрутиться на одном месте, закрыв глаза. Открыв их, увидеть то место, куда твой взор попадет, на то облако. На этом облаке и будет дан ответ. Но это самое простое и элементарное. В это можно и не верить. А можно это все воспринять как забаву. Только не теряйте память и сопоставьте факты. Только с интересом, но и с каким-то доверием отнесутся к нами сказанному, могут найти, например, в интернете, или есть соответствующие книги, но их труднее достать,
и к расшифровке увиденного. Каждое изображение не имеет свое определенное расшифровку, расшифрование, объяснение. Ну, например, это, кстати, желательно увидеть в небе, в облаках, гроб или могилу. Это объяснение того, что при этом, что можно решить ситуацию очень даже прекрасно. То есть это хорошее предзнаменование. В общем, видите, насколько это парадоксальная область нашей интуиции. Лучше гадать по облакам, чем по внутренностям бедных животных или кофейной гущи. В заключение скажем, что это может оказаться самым удобным из способов познания будущего. То есть тут ничего не надо, только небо и ты. Но вот в этом-то и вся проблема. Ты должен быть не просто человеком, ты стать должен человеком небесным, с большой буквы. То есть твоя концентрация и твое восприятие должны дорасти до неба. И тогда ты просто найдешь и конкретно ответ, который в твоей зиждется памяти. Потому что мы все знаем, и аэромантия – это не панацея, это просто способ на что, сами решайте. Спасибо, друзья.